Сегодня я хочу вам рассказать о книге «Дети дельфинов» Тамары Михеевой. Эта книжка чуть больше 200 страниц, но я прочитала ее в один присест. Очень хорошая детская книга, одна из тех, которые, мне кажется, нужно как раз читать в детстве, в подростковом возрасте, да и всем взрослым, я думаю, она придется по духу. Эта книга очень добрая, душевная, она такая легкая, солнечная, читается очень быстро и захватывающе. Когда я ее только брала, я думала, что это будет какая-то очень такая спокойная история о жизни детей где-нибудь в приморском городке. И это похоже на эту историю, но не всегда, в некоторых моментах. В основном это достаточно стремительная фантастическая повесть, где постоянно происходят какие-то новые события. Ты не успеваешь опомниться, как, собственно, книга уже заканчивается. История нам рассказывает об острове под названием Лысый, что очень смешно, потому что, как рассказывается, на острове была буйная растительность, всевозможные леса, деревья и все что угодно, поэтому название Лысый выглядело очень смешно. На нашем острове находится научный центр по изучению дельфинов. Все население острова — это как раз таки сотрудники центра, его обслуживающий персонал, ученые и все, кто там работают. И вот среди всего этого населения вырос маленький мальчик Сережа, у которого за всю жизнь не было друзей, но если не считать взрослых, друзей среди ровесников у него не было. Он, по сути, всю жизнь сам гулял, общался со взрослыми, потому как его родители — это сотрудники научного центра. Он сам учился, ездил раз в полгода, сдавал экзамены на большую землю, так называемую. Вот. И он у нас очень скучал, ему было очень одиноко, и он мечтал, что когда-нибудь у него появятся друзья, такие же дети, как и он, с которыми он сможет бегать, играть и веселиться. И вот однажды на остров приезжают двое ребят, Максим и Роська. Роська — это девочка, сокращенно от Ярославы. У этих детей погибли родители, и их отправили к дальней родственнице, которая как раз работала ученым на этом острове. И, конечно же, Максим, Роська и Сережа подружатся. Они начнут исследовать остров, везде лазить, изучать его. И в итоге они, скажем так, на острове найдут древнюю цивилизацию местных жителей, о которых никто раньше не знал и не подозревал. Также они найдут диковинных животных, о которых никто раньше не знал. Один из них совершит, скажем так, научные открытия. И вообще они раскроют множество тайн и секретов острова. Могу сказать, что эта книга очень динамичная, в ней постоянно происходит что-то интересное, и она читается запойно, очень легко, и при этом она очень правильная. То есть главное, о чем она? Это о дружбе, о любви, о взрослении, о том, как детям понимать, что им нужно принимать самостоятельные уже взрослые решения. Она о простых, но важных вещах. Также очень интересно здесь сочетается описание древней цивилизации, первобытных людей, по сути, их общества, людей необразованных, нецивилизованных, но при этом очень простых, добрых, настоящих, открытых и честных, с чистой душой и открытым сердцем. И рядом, на этом же острове, соседствующая, скажем так, современная цивилизация людей, ученых, среди которых есть те, которые ради славы и денег готовы на подлость, на низость, которые готовы продать что угодно и совершать зло ради каких-то денег, славы и жажды наживы. Здесь очень много правильных и поучительных вещей. Эта книга очень, с одной стороны, простая, и я уверена, что она многим понравится, она легко читается. Я ее еще перечитаю, обязательно перечитаю летом, потому что она очень атмосферная, такая солнечная. Она мне немножко даже напоминала вот «Вино из одуванчиков», чисто по атмосфере. По сюжету здесь ничего общего, но вот атмосфера такая летняя, солнечная. Также она мне немножко напоминала «Приключения Тома Сойера», потому что там тоже не заканчивались приключения, и эта история также очень летняя. И вот здесь у нас тоже история трех детей, история дружбы, история приключений, история лета в деревне, скажем так, в поселке.
И при этом тоже немножко фантастичная, но вот я, например, как не любитель фантастики, да, я не люблю фантастику, могу сказать, что здесь она очень ненавязчивая, то есть, по сути, такая сказочная скорее, но все же эта книга о реальности. Я уверена, что многим она понравится. Те, кто любит вот такие простые душевные истории, кто любит поучительные детские книги, и не скорее не детские книги, а просто книги о детстве, которые возвращают вас в возрастом 8-10-12 лет, которые при этом с хорошим глубоким смыслом, то я думаю, эта книга для вас. Ну а на этом у меня все. Спасибо, что посмотрели это видео. Я надеюсь, оно вам понравилось. И пока! Time stands.